Здравствуйте, мои дорогие подписчики, здравствуйте, зрители моего канала. Здравствуйте, наши дорогие раки. Вот уже заканчивается ноябрь, и сейчас я буду снимать общий таро-прогноз для наших раков на декабрь месяц этого года. Последний месяц 2023 года. Спасибо всем тем, кто оставляет комментарии, ставит лайки, и благодарю вас за подписку. По личному раскладу обращайтесь, есть ссылочка на телеграм-канал под каждым видео и в описании моего профиля, моего канала. А сейчас, раки, посмотрим. Уже один аркан вылетел. Сейчас еще потасую все-таки. Этот, что вылетел, возьмем. Что карты вам посоветуют на декабрь месяц вместе со мной? Шестерка пентаклей, карта помощи, причем благотворительная. Может быть, вы будете обращаться к кому-то за помощью. Это может быть и помощь, да, и касаться денег. Вам помогут. Может быть, какая-то премия, награда за вашу работу, за ваш труд, получение к концу, может быть, года или даже... в декабре в начале прям сразу, ну, конец года, я имею в виду декабрь, это уже конец года. Может быть, кто-то к вам обратится за помощью, и вы сможете помочь этому человеку. А может быть, и вы обратитесь, вам помогут, и вы сможете кому-то помочь. Так что пока все хорошо, надеюсь, так и будет. Дальше, раки. Декабрь. Иерофант. Ну, здесь, может быть, при встрече какой-то вы можете узнать очень, кстати, важную новость для себя. Иерофант говорит, все дела нужно решать, знаете, консервативным таким путем. Может быть, вам понадобится помощь друга, вернее, даже наставника, я бы сказала. Это может быть человек, связанный, учитель, конечно же, и человек может быть связан с религией тоже. Может, вы будете участвовать в каких-то религиозных обрядах. Это может быть, кстати, венчание. По иерофанту может быть венчание. Возможно, новость о наследстве. Что еще такое может быть? Я уже говорила, обращение за помощью к человеку, который, ну, старше ваш. И, может быть, самое главное, у него больше опыт. Так что в любой ситуации, если даже вам нужна будет чья-то помощь, если по карте благотворительности, может быть, этот человек вам и поможет, когда вы обратитесь к нему за помощью. Так, дальше, раки, декабрь. Опять помощь, опять доброта, опять понимание. Король чаш, это может быть друг, кто угодно, который всегда поддержит в эмоциональном плане тоже вас, подскажет, как поступить. То есть тут уже дважды какая-то помощь. Это может быть, конечно, один и тот же человек, а может быть два. Для девушек может означать, что рядом с вами есть король, который вас любит, испытывает к вам романтические чувства и добр к вам. Может, кому-то понадобится ваша доброта, как и здесь помощь. Видите, тут как и в вашу сторону, как и вы можете дать какую-то помощь и отзывчивость какая-то. Друг. В общем, это друг. Друзья, это хорошо, правильно? Дальше, раки. Декабрь. Кризис, пятерочка пентаклей, небольшой какой-то вот может быть все-таки финансовый кризис. Еще это может быть. Приболели, мороз, холодно, простудились. Меланхолия даже может быть. Это все я через или через запятую, у кого как что получится. Может отыграться расклад общий. Карта еще может говорить, еще как бы, знаете, не подрасчитали. Купили то, что не следовало, и теперь, ну, может быть, и следовало, но теперь из-за этого немножечко не хватает денег. Также будьте внимательны ко всем штрафам каким-то. Не там машину припарковали, не заплатили по кредиту, еще что-то. То есть какие-то санкции возможны. И вот из-за этого неожиданная трата денег. И из-за этого может, конечно, быть такой небольшой кризис денежный.
Дальше рак идем. Берем следующую колоду. Колесо года. Вот такая колода красивая. И начинаем смотреть, что эта колода подскажет нашим ракам на декабрь месяц. Король Пентаклей, по-моему. Да, все-таки это профессионализм, работа, бизнес, деньги. Я вижу, что все наладится. Вот этот кризис, что небольшой. Партнерство, работа, профессионализм. Что-то будете решать, может заниматься земельными вопросами или ценными бумагами. Рядом с вами может быть король девушки, который очень даже... в финансовом плане стабильный и даст вам уверенность не только в финансовую, но и такую, знаете, уверенность вообще по жизни, которая вам поможет, поддержит. Для мужчин это может быть король знака Земли, который может быть знака Земли, уже сказала, может быть и начальник. И партнер по бизнесу, справедливый, щедрый, который может помочь, если к нему обратиться за помощью. Дальше, раки. Шестерочка жезла, вы на коне, вы свинцом победителя, заслуженная награда. Получение прибыли, видите, все-таки вот прибыль пошла, как я сказала, сделки, работа, финансы. И может быть очень хорошая поездка, приятная, получение хороших новостей. Люди вас признают, что вы, да, вы молодец, вы потрудились на славу. Может быть премия, опять же таки, повышение зарплаты, ну или даже в должности повышение. Так, раки, дальше. Дальше у нас королева Пентакли. Опять деньги, прибыль, прирост, хорошие сделки. Может, будете заниматься чем-то, знаете, для своего комфорта. Комфорт может касаться, как и дома, например, ремонт, перестановка, покупка новой мебели, оплата коммунальных платежей, может быть, под конец года, наведение порядка какого-то. Может быть и в офисе, перестановка, я не знаю, даже кадров или просто ремонт в офисе. Главное правильно рассчитать деньги, чтобы вам на все хватило. Может быть рядом с вами будет такая дама, которая любит себя, любит свой комфорт, она ним не пожертвует. Дама может быть знака Земли, и может быть эта дама попросит денег на что-то, в дом или в офис даже. Скажет, вот нам надо купить то-то, то-то, сделать то-то, то-то. Так, дальше, раки. Декабрь. Жрица Верховная, старший аркан. Доверяйте своей интуиции в сделках, в бизнесе, в решении каких-то вопросов. Пользуйтесь своими скрытыми талантами. Может быть, кто-то захочет подучиться чему-либо, пойти на какие-то курсы. И не забывайте, что что-то может от вас ускользать, чего-то вы не видите, что-то вам недоговаривает, недопоказывает. Поэтому доверяйте интуиции, но доверяй, но проверяй. Будьте внимательны к финансам, в том числе, раки, будьте внимательны. Так, следующая колода для наших раков, общий таро-прогноз на декабрь 2023 года. Светлых провидцев. Вот что я перекрутила. Сейчас посмотрим, что эта колода посоветует нашим ракам. Декабрь. И тут у нас маг. Ну, маг, конечно же, обратите внимание. Карта энергии, энтузиазма, огня. Ну, во-первых, может быть... вы будете много чего решать. У вас появится много идей, много желаний, что делать. Вы сможете вести за собой людей и даже манипулировать ними по магу. Маг – это человек, который вижу цель, верю в себя, не вижу препятствий. Так что
Если вы решили что-то делать, действуйте. Самое время. У вас будет как, чем и с кем добиваться своей цели. Если это не вы, например, то может быть еще вариант. Вы тоже можете быть таким, конечно, энтузиастом, но еще может быть рядом с вами король, он может быть знака огня. Манипулятор, который по жизни, и который, знаете, такой идейный, умеет вести за собой людей. И если чего-то захотел, то все, его не остановить. Так что, если вы что-то решили, вперед, у вас все получится. Дальше раки. Смотрим из этой колоды, что тут. И здесь у нас король жезлов. Опять же, карта энергии, карта огня. Это может быть король знака огня, который очень энергичный профессионал своего дела и очень с харизматичной внешностью. Дамы такого короля не пропустят. Также этот аркан говорит о росте в карьере, о множестве дел, что-то делать, что-то решать. Но неудивительно, здесь вот по магу это вперед, что-то делать, что-то решать, новые идеи. Много дел, много задач. Вот так вот. Это может быть рядом с вами и ваш партнер, и кто-то по бизнесу, и кто угодно, и муж. То есть что-то будет решать. Много энергии в этой карте, много желание идти вперед, двигаться дальше, раки. Следующее, опять жезлы, опять огонь, стихия огня, прямо третий аркан подряд. И это девятка. Девятка жезлов говорит о том, что вам, скорее всего, надо будет отстаивать какие-то свои границы при движении этом вашем вперед. И не забывайте учитывать опыт прошлых ошибок. Действуйте осторожно и учитывайте опыт прошлых ошибок, чтобы снова не становиться на одни и те же грабли дважды. Следующий аркан для наших раков. Но если снова огонь, то вообще интересно. Нет, не огонь, но зато звезда. Звезда – это аркан, знаете, когда вы будете, ну, это достижение желаемого, да, видите, вот вы что-то задумаете, решите, может быть, кстати, вам будет кто-то помогать, и это может быть король знака огня, он тоже может быть. Вы будете действовать осторожно с учетом бывших ошибок, и вы добиваетесь своего. Может быть, исполнится какая-то ваша мечта, какое-то ваше желание, вы до нее дотянетесь. Вы будете сиять, блистать, кто-то может быть на сцене или в интернете, или даже в соцсетях. То есть вы будете такой звездой. Звезда – это карта приятных каких-то, вот знаете, таких свершений, когда случилось, получилось. Для мужчин это может означать встречу с женщиной незабываемой красоты. Так что держитесь, мужчины. Ну, в любовных отношениях звезда говорит о том, что прощение – это удел сильных. Может быть, вам надо будет кого-то прощать. Может быть и такое. И следующая колода для наших раков. Так, сейчас, раки, посмотрим еще на одной колоде. Что же еще? У вас, кстати, еще не было ни одного повторения. Вот такие интересные расклады уже были для овнов, для близнецов, для тельцов. Так там просто вот интересные расклады получились, очень такие прям насыщенные. Так, и там было много повторений. Раки. Ой, приятный аркан, шестерка кубков, говорит о приятном подарке, сюрпризе, каком-то свидании. Такой подарочек, знаете, небольшой, но милый, приятный. Ностальгия, воспоминания о прошлом. Может быть, кто-то поедет вот под Новый год в места, где вырос, к родителям, посетит родительский дом, увидит родню, посидит за столом с роднёй и, так сказать, повспоминает прошлое. Уют и теплота, вот что в этом аркане. И также бывает, по этому аркану появляются бывшие возлюбленные и даже возобновляются с ними отношения.
Также может быть встреча или общение с каким-то человеком из прошлого. Друг из прошлого или кто-то из прошлого появится, может быть, в вашей жизни. Может быть, вам вернут долг, о котором вы уже и не рассчитывали его получить. Или же бывало еще случаи, этот аркан проигрывался, когда в доме находите то, что давно считалось утерянным. Вот думали, ну все, нету, потерял. Потом раз и нашлось. Так, рак, еще аркан. Выбор, осознанный выбор. Двоечка жезлов, опять огонь, но это осознанный выбор. Это когда вы знаете, что делать. Когда, может быть, вы знаете, что, но вам нужно об этом выборе сообщить. Может быть, вы будете решать, куда ехать дальше, куда двигаться, куда поехать. Что делать дальше на начальном этапе какого-то проекта. Это может касаться и работы. Может быть, командировка, в которой у вас откроются, знаете, какие-то перспективы, поездка. Это ожидание перемен и подготовка к ним. Путешествия, поездки, я уже говорила. Возможно, да, такое вот движение. Ну, это и может быть вот поездка, как я уже говорила, в родительский дом до этого. И не только. Так, раки, декабрь, раки. Колесница, опять поездка. Опять поездка, передвижение на колесах. Покупка автомобиля, хорошее время. Ну и, конечно же, колесница, это когда вы ставите перед собой цель. И лучше, если вы что-то хотите, чего-то добиться, что-то планируете, обязательно, знаете, вот поставить себе эти цели и соблюдать дисциплину, двигаться вперед по намеченным целям. И тогда у вас все получится. Это карта прогресса, продвижение с мертвой точки, как бы вот все сдвинулось, пошло дальше. Преодоление каких-то препятствий и равновесие. Главное, сохраняйте и ставьте перед собой цели. И на бытовом уровне, как я уже говорила, это передвижение и путешествие. Это карта умения добиваться поставленной цели. Карта, как я уже говорила, прогресса. Это самое главное. И внутренняя дисциплина, и самоконтроль. То есть вы должны себя настроить на победу, на решение какой-то ситуации. И у вас все получится. И еще аркан из этой колоды для наших раков. Общий расклад на декабрь. Ну, надо ж было, достали, да? Ну, это не настолько плохой. Кстати, это первые мечи. И, надеюсь, последним, потому что это был последний аркан, не считая колоды совета Таро Ангелов, карты достану. Это карта девятка мечей. Страхов, каких-то переживаний, ночных кошмаров. Когда вы... Может быть, даже переживаете больше, чем нужно, из-за этого у вас кошмары и, знаете, вот такие вот бессонные ночи. Не нужно переживать о том, что не случилось и, может быть, даже не случится. Нужно успокоиться, отбросить вот эту истерику, это называется истерика, и решать просто проблемы, если они таковые и есть. Не нужно доводить себя до стрессового состояния по этому аркану. Нужно посмотреть своим ночным кошмаром в лицо и решать проблемы. Ну, конечно, сразу вы не сможете разобраться, если у кого есть какая-то вот причина для таких переживаний. Но нужно пытаться. Ну, и самое главное, не переживайте о том, что не случилось и, может быть, и не случится. Не надумывайте себе какие-то там ужасные картины. И, раки, вам совет из вот этой колоды еще Таро Ангелов на декабрь, последний месяц года уходящего. Мах! Ну все, я за вас спокойна. Наконец-то появилось одно повторение. Да какое? Да какое? Мах, это ж, как я вам уже говорила, верю в себя, иду вперед. Все получится, время действовать. Если что-то решили, вперед.
Вот, кстати, здесь пишет, это я своими словами повторила, а здесь пишет, вы готовы, у вас есть все, чтобы достичь поставленные цели. Жизнь волшебна. Вот такой замечательный, я бы сказала, просто обалденный совет вам говорят, говорит колода Таро Ангелов, наши дорогие раки. Так что вперед, верьте в себя, страхи отбрасывайте и двигайтесь дальше. Желаю, чтобы у вас все получилось. С наступающим вас Новым годом. Вот такой раскладик у вас вышел. Надеюсь, у вас все получится, вы все сможете и все сумеете. Всего вам хорошего в следующем году. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии и за подписку. Благодарю. Ну и до встречи на моем канале в следующем 2024 году. Всего вам хорошего.